Привет! Сейчас снимаю это видео с использованием только дрона, который находится в режиме... А, и микрофона DJI MiG 2, который сейчас записывает просто в свою внутреннюю память. Микрофон вот здесь у меня под майкой спрятан. И дрон сейчас в режиме Active Track. Active Shots Manual. Active Shots Manual, когда вы можете, сейчас я запишу экран, когда вы устанавливаете в левой части экрана, где будет висеть дрон. В данном случае, ну, вы видите, что вот в этом кружочке обозначена фигура человека и перед ним точка, в которой висит дрон. И он будет продолжать висеть вот так вот передо мной, пока я буду идти. Вот, я могу изменить положение дрона относительно себя. Вот сейчас я отдаляю его от себя, и дрон улетел чуть-чуть дальше, но продолжает висеть передо мной. Сейчас я его заведу себе за спину. Вот так он полетел мне за спину. Ну, может быть, не самый живописный вариант. Сейчас по-другому его разверну. Сейчас я его разворачиваю так, чтобы он облетел меня и снова встал передо мной. Вот, сейчас он передо мной на расстоянии. Сейчас я его попробую опустить пониже, да, вот так вот будет поинтереснее картинка. И поближе к себе. Оп. И теперь он подлетел ближе ко мне. Теперь видите, как движутся мои губы, когда я говорю. Вот, еще раз попробую еще ниже его опустить. Да, вот так. Это я так, так, так. А, минимальная высота, как говорит мне дрон. Ну ладно. Так, теперь переключимся в режим... так, секундочку. Переключимся в режим Active Shots Parallel. И, по идее, он должен лететь рядом со мной и снимать меня. Так, давайте-ка мы его переместим в сторону. Вот сюда. И поехали. Так, вот это Active Shots Parallel. То есть дрон летит параллельно мне. Сейчас я его попробую дальше от себя. Вот так. Сейчас немножко назад. О, вниз, вниз, вниз. Ниже не хочет он лететь. Сейчас он летит на высоте где-то 1,5 метра над песком, параллельно мне. Так, и, наконец, режим Active Shots Auto. Когда мы устанавливаем... Остановим этот режим, Active Shots, Auto, Go. И здесь вот это самый, конечно, классный режим, когда абсолютно дрон летает в автоматическом режиме. То есть сейчас он будет выполнять разные пролеты с разных сторон.
Единственное, что меня в этом режиме напрягает, это то, что если бы здесь были люди или машины, было бы немножко страшно. Потому что дрон может зависнуть где-нибудь над дорогой и может стать жертвой происшествия дорожного. Ну что ж, вот основные режимы Active Shots. Так, следующий автоматический режим — это Point of Interest, POI. Сейчас мы его нажимаем и ставим Go. Здесь можно, ну давайте сделаем так, чтобы он летал как сумасшедший вокруг меня на большой скорости. Хочу, чтобы он был ниже. Да, вот так. Вот так вот получше. Вот, и он летает как сумасшедший вокруг меня. Так, я сейчас побегу. Посмотрим, как он будет справляться с этим. Да. Он справляется и с этой задачей. Фух. Так, теперь с другой стороны. Меняем направление пролета. Фух. Вот так. И последний режим. Режим отслеживания автоматический. Это самый простой — Spotlight. Ну, здесь вообще как бы он просто висит на месте и снимает. Ой, так, что-то пошло не так. Оп. Еще раз. Все, Spotlight. И здесь он просто за мной следит. То есть он висит на месте. И я могу вот как-то так ходить, махать руками. И при этом дрон будет продолжать меня снимать. Вот. Вот такие вот автоматические режимы съемки существуют. Вот, для съемки достаточно, как вы видели, дрона и маленького микрофона DJI MiG 2. Вот. Рад поделиться опытом использования дрона, тем более в таком красивом месте. Мы находимся на Прая де Капарика. Это в нескольких километрах от Лиссабона. То есть, переехав мост имени 25 апреля, через 15 минут, 10 даже, вы попадаете вот сюда. И здесь многокилометровый пляж, где в будний день очень мало людей, как вы можете видеть, практически никого. Но сезон еще не начался, купаться можно только в гидрокостюме, поэтому вот так. Еще одна вещь по поводу DJI микрофона 2. Им надо, конечно, приноровиться пользоваться. И, ну, если у вас это получится, то это на самом деле довольно просто. То есть он вибрации подает сигналы, когда он включен, когда выключен. Поэтому все довольно просто, более-менее интуитивно понятно. Вот. Ну что ж, на этом пока у меня все на сегодня. Очень важно поставить лайк и подписаться на канал. Очень хочется уже достигнуть этого уровня монетизации, где можно было бы 3 копейки зарабатывать. Пока бродил по пляжу. Бродил по пляжу и набрел на ресторан. Называется «Принцесса Капарика». Меню небольшое, но вкусное.